нету остановки у тебя. У тебя нету остановки. Вам никто не дал со мной право на ты называть меня. Тебе никто не дал права называть, что я пьяная. Ты кобыла мне всучила эту сотку, я тебя запомнила, Марамонька. Я села в маршрутку, оплатила за проезд 40 рублей, дала 100 рублей, мне дали 60 рублей сдачи. Кондуктор прошлась по салону и ушла к себе. Потом она ко мне прилетает и говорит: меняй, поменяй мне 100 рублей. У тебя порваны. Там был надорванный краешек. Я говорю, у меня не было надорванной купюры, это не моя. Потому что вы ушли, вы мне вообще не сразу предъявили. Она начала меня оскорблять при всех, кричать, называть меня кобылой, оскорблять при всех. И чуть ли не лезть ко мне драться. Я записала уже конец разговора, когда я выходила. Я была просто в шоке. После трудового рабочего дня я проработала 11 часов. Сесть в маршрутку, оплатить и получить такое.